Люстри, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Никиты и Вики. Для тех, кто пока еще не видел нашу программу, важная информация. Мы в стране безопасности, где учимся простым правилам безопасного поведения в любой ситуации. А еще это конкурс для каждой команды. Он длится 4 дня. Сегодня у ребят уже третий этап соревнований. Так что, ребята, половина пути пройдена. Я предлагаю приступить незамедлительно к первому конкурсу. Вы согласны? Да. Хорошо. Ребята, снова будут загадки, но на этот раз отгадки вам необходимо будет вписать в загадочный кроссворд, который уже нарисован у вас на стенде. Под единичкой первая отгадка и так далее. Так, вторая и третья. Ошибок допускать, ребята, нельзя, потому что может не получиться в конце кроссворд. И штрафные баллы будут давать, если вдруг будете ошибки допускать. В словах. Каждый правильный ответ стоит 3 фишки, а если вы разгадаете правильную отгадку без ошибок быстрее соперника, то дополнительно получите еще целых 2 фишки. В итоге можно заработать 5 фишек на одной загадке. Так что старайтесь. Ну что, готовы слушать загадку? Тогда идите к стендам. Итак, ребята, внимательно слушаем первую загадку. Зимний дождь из звездочек-малышек не стучится в окна, не гремит по крыше. Дождик этот в воздухе искрится, а потом на землю скатертью ложится. Что за дождик такой зимний? Никитка, что это у тебя за первая буква? Какая это буква? С. Ой, Не в ту сторону, развернула. Так, правильно, ребята, это у нас что? Снег. Снег. Верно, справились с этим заданием, но Вика была быстрее, поэтому ты зарабатываешь 5 фишек, целых 5 фишек. А ты, Никитка, 3 фишки. Слушаем вторую загадку. Мои санки быстро едут, я лечу, как на торпеде. Вот окончился полет, приземлился я в... Куда же приземлился? Во что? В... Сугроб. Правильно, это тоже «Б» у тебя, Никит. Напиши красивую букву. Ребят, надо красиво писать. А то посмотрят телезрители, как вы пишете, будут вас копировать, некрасиво писать. Так, хорошо. Ну что, снова у нас первая справилась Вика. 5 фишек у Вики. И 3 у Никиты. И еще у меня есть для вас одна загадка. Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем, нос приделали, и вмиг получился... Ох, какая скорость у Вики, молодец. Но главное, что вдвоем вы разгадали правильно. Это действительно снеговик, ребята. Присаживайтесь. Вика, 5 фишек. 5. И Никитке 3. Ребята, очень хорошо вы справились с первым заданием, а сейчас предлагаю встретиться с нашим экспертом по безопасности Марией Александровной. Она уже вышла с нами на связь. Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада нашей встрече. Для поддержания чистоты в доме взрослые нередко прибегают к помощи различных химических средств, таких как стиральные порошки, жидкости для мытья посуды, а также различные дезинфицирующие средства и отбеливатели. Однако при неумелом обращении бытовая химия способна нанести большой вред здоровью. Ребята, как вы думаете, в чем заключается ее опасность? В том, что она может взорваться. Ребята, за яркими цветными жидкостями и порошками бытовой химии кроется серьезная опасность для жизни человека. В состав большинства средств входит множество вредных и очень опасных веществ, чаще всего ядовитых. Большинство неприятностей случается при вдыхании, проглатывании химикатов или непосредственном контакте с ними. При попадании внутрь организма можно отравиться и получить ожоги внутренних органов. При попадании на кожу возможно сильное раздражение. Особенно опасно, если бытовая химия попадает в глаза. Например, при разбрызгивании или контакте плохо вымытых рук с глазами после ее использования. Ребята, именно по этой причине самостоятельно пользоваться бытовой химией категорически запрещено. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, а сейчас финальное испытание на сегодня. Конкурс очень интересный. У него интересное название «Руки, головы, хвосты».
Давайте встанем, чтобы выполнять было вам его легче. Становитесь, Никита, вот там рядышком, друг возле друга. Становитесь, давайте, давайте, давайте. Итак, ребят, я буду говорить фразу. Если вы с ней согласны, то вам нужно кивать головой и вилять хвостиком. Вот как хорошо получается. И при этом киваешь головой, Никит. Киваем и виляем. А если не согласны, то качаем отрицательно головой и ручки прячем за спину. Итак, ребята, каждый правильный ответ – это две фишки и одна фишка за скорость. Буду следить, кто первым отреагирует, тому буду давать за скорость. Первая фраза. Неизвестные предметы и жидкости нельзя пробовать на вкус. А что, можно пробовать на вкус? Нет. Нет. Значит, моя фраза была правильной. И вам нужно было кивать головой и вилять хвостиком. Никит, уже поздно вилять, уже поздно. Вы очень тщательно качали головой и прятали ручки. Долго я так следил, может, думаю, кто исправится, но нет. Поэтому фишки остаются у меня. А вы слушайте внимательно, слушайте вторую фразу. Бытовая химия совершенно безопасна. Молодец, Никита, тут же в эту же секунду отреагировал. Молодец, все, прекратите качать активно, молодец. А, Вика тоже. Правильно ответила. Две фишки. Сам хочет положить. Ну, клади сам. Три тебе за правильный и быстрый ответ. Следующая фраза. При контакте с бытовой химией можно получить ожоги кожи. Правильно. Снова Никита быстрее начал качать головой и вилять хвостиком. Но Виктория тоже ответила абсолютно верно. Поэтому каждый получает фишки. И четвертая фраза. Если не знаешь, что это, лучше не трогать. Правильно, ребята. И снова был быстрее Никита. Присаживайтесь. И получайте фишки. Никитка, тебе три. Молодец. Шустрый парень, хорошо реагировал. И Вика правильно отвечала. Умничка. Все, ребята, считайте, пожалуйста. Смотрите, сколько фишек сегодня заработали. Больше, чем когда-либо. Внимательно считаем. Восемнадцать, да, Никит? Маленькая разбежка, три фишки. У Вики 21, у тебя 18. Хорошо, ребята, оставьте фишки, так? Клади сюда. Ребят, на сегодня все. Мы с вами прощаемся и встречаемся завтра. Определяем победителя. Договорились? Да. Хорошо. До встречи, ребята. Пока-пока. 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 Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.